Всем привет, с вами Давилыч, и сегодня на обзоре очень интересное устройство, которое связано с SSD-накопителями, и предназначено оно для клонирования NVMe-дисков без участия ПК. И это SSD-дубликатор от Orica. Кстати, данный дубликатор можно купить на AliExpress в официальном магазине Orica Official Store, ссылочка на него будет под этим видео. И сегодняшний девайс на обзоре, NVMe SSD дубликатор, не будет интересен большинству пользователей, потому что как часто вообще у нас возникает необходимость для того, чтобы клонировать SSD? Я тоже думаю, что практически никогда. Да, когда вы, например, покупаете новый SSD, переезжаете с одной системы на другую, и вам необходимо с сохранением всех данных системной SSD клонировать на другой, поставить, запустить и все работает сразу, в этом случае да. Но там можно справиться обычными средствами Microsoft Windows, ну точнее софт какой-нибудь типа Acronis. Поставили, клонировали, загрузились, все работает. Но бывают такие случаи, когда в компании, занимающейся сборкой ПК, нужно, допустим, собрать 100 компьютеров, и чтобы на всех 100 ПК уже была установлена операционная система Windows. И вот в этом случае такой дубликатор выручит как никогда. Вам не придется ставить SSD, включать, клонировать, выключать, доставать, ставить следующий и повторять вот все эти действия, когда у вас есть вот такое вот устройство. И сегодня будем проверять, на что же оно способно, насколько оно эффективно, сколько времени занимает клонирование и как вообще все это дело работает. Так что давайте приступать к тестам. Но для начала давайте перейдем в официальный магазин Orica Official Store на AliExpress и найдем вот она наша док-станция для клонирования SSD, где, собственно, и была куплена. Мы можем сразу же выбрать различные варианты розеток, ну и что касается доставки, то можно заказать доставку либо из Китая, либо из России. Более того, скоро будет очень хорошая цена в продаже. Смотрим отзывы у нас с фотографиями, все здесь есть, все здесь у нас указано, 4, 5 звезд, 5, 5, 5 и так далее. Описание у нас здесь тоже есть, гарантия 18 месяцев, указано, что у нас в комплекте, собственно, фотография и так далее и тому подобное, как все это у нас делается. Давайте продолжать. Ну и теперь, конечно же, давайте запустим наш Acronis True Image, где мы, собственно, сделаем копию с нашего системного диска C, это Intel Optane P5800X, 371 гигабайт, занято у нас 227, и сразу же посмотрим, сколько это времени у нас займет. Так, клонирование, да, у нас будет, конечно же, автоматически, выбираем наш накопитель Intel Optane. Далее нам необходимо выбрать SSD, на который будем мы все дело клонировать. Это у нас будет Samsung 970 EVO Plus. Вот он, кстати, уже пустой. Ну и давайте дождемся. Так, для клонирования пусть будет на другой машине. И давайте дождемся клонирования нашего диска. Так, все у нас готово. Все у нас показано, как все это дело будет выглядеть. Но сейчас давайте я запущу таймер, чтобы можно было все это точно засечь. Так что приступаем. Диск у нас успешно клонировал. Время заняло 7 минут 11 секунд. Что ж, очень даже неплохой результат. Давайте посмотрим, как все будет клонироваться в коробочке от Orica. Что ж, давайте подключать. Все у нас подключено через комплектный блок питания. Все у нас отлично. Теперь нам необходимо установить SSD источник, откуда мы будем клонировать всю информацию на наш целевой накопитель, который станет абсолютным клоном. Так, все у нас закреплено, все у нас установлено. Включаем наш бокс. Вот здесь у нас есть кнопочка, и должны у нас загореться индикаторы. Индикаторы о том, что все устройства у нас готовы. Вот, видим, два индикатора загорелось, что источник и целевой диск готовы. Остается нам только нажать кнопку старт и удерживать ее. Все, ждем. И все, готово.
14 минут у нас заняло клонирование, 14 минут там в районе 12-15 секунд. Что ж, вот такой вот результат получили на PCI 3.0 дисках. Ну а сейчас давайте посмотрим, сколько у нас займет клонирование PCI 4.0 SSD накопителей. То есть мы сейчас будем клонировать системного PCI 4 на наш накопитель E. В данном случае это UD90 от Silicon Power, терабайтник. Смотрим на объем, у нас 227 гигабайт. Ну и точно так же запускаем наш Acronis. Выбираем клонирование диска, выбираем автоматическое, выбираем наш источник, это у нас Intel, и выбираем наш целевой накопитель, это у нас Silicon Power UD90 для использования на другой машине. Далее и приступить. Ну а клонирование на PCI 4.0 терабайтник заняло у нас 5 минут 35 секунд. Неплохой результат, давайте клонировать теперь в док-станции. Кстати, давайте мы посмотрим, все ли у нас склонировалось, все ли разделы у нас появились на нашем накопителе. Вот он у нас. Ну давайте мы ему припишем букву, пусть это будет буква Е. Да, действительно, все у нас точно так же, как на нашем системном Intel Optane. Ну а сейчас устанавливаем источником наш Silicon Power UD90 на 1 терабайт. И в качестве целевого накопителя у нас будет CBR Extra Plus на 2 терабайта. Отлично. Запускаем. Так, все, наши накопители появились и определились. Ну и запускаем клонирование. Для этого нажимаем и держим 5 секунд. Все. Копирование пошло. Ну и 14 минут 7 секунд у нас заняло клонирование с PCI 4.0 SSD на PCI 4. В принципе, все то же самое, а это значит, скорость копирования у нас одинаковая. Тесты сделаны, результаты получены, и результаты очень интересны. Первое, что хотелось бы отметить, это нельзя клонировать SSD, допустим, PCI 3 на PCI 4. Устройство, грубо говоря, зависает, показывает постоянно, что оно что-то там делает, работает, но в итоге ничего не происходит и ждать придется там даже несколько часов, а результата никакого не будет. Но если мы используем только PCI 3.0 SSD накопители, либо только PCI 4, то все работает как надо. Стоит отметить время клонирования. Я использовал образ SSD накопителя моего Intel Optane на 400 гигов, в итоге там в целом 370. И клонирование занимало, неважно, PCI 3.0 SSD мы клонируем, либо PCI 4. В обоих случаях у нас клонирование занимало 14 минут. А это значит, скорость клонирования с одного SSD на другой здесь постоянно и одна и та же. Независимо от того, какой интерфейс SSD у нас здесь установлен. Более того, данный девайс можно также подключить через Type-C к ПК, и SSD накопители там определяются. Но вот что касается скорости записи, то по какой-то причине скорость записи там в районе 50 мегабайт в секунду, ну как-то маловато. Я думаю, как раз с этим связана у нас одна и та же скорость при клонировании. Конечно же, важной деталью, как оказалось, да, это является нагрев. Устройство в металлическом корпусе и очень сильно нагревается, прямо руками держать невозможно. Стоит это учитывать, причем нагревается оно не от SSD накопителей, потому что они у нас открытые, контроллеры смотрят вверх, пожалуйста, все охлаждается естественным путем, а внутри у нас, видимо, чип очень сильно нагревает этот девайс, и будьте внимательны, когда она у вас где-то рядышком лежит. То есть чуть-чуть коснулись, ничего страшного, но вот взять в руку вот таким вот образом и подержать просто-напросто у вас не получится. Ну и подводя итоги, да, Orica дубликатор SSD — вещь уникальная, вещь интересная и многим компаниям нужна. Для простого пользователя это ненужный девайс, еще и к тому же не дешевый. А для компании, которой периодически нужно клонировать SSD накопители, вещь крутая. Ну и при клонировании важно понимать, что могут возникнуть сложности при добавлении, при подключении данного ПК в корпоративную сеть, потому что все ПК у вас будут идентичны и могут конфликтовать между собой. Но в любом случае, компания Orica сделала офигенный, интересный девайс, классный девайс, который работает и который позволяет вам без
установки в ПК клонировать NVMe SSD накопители, и это очень нужная вещь в определенные моменты. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока!